Потрапезничали наши рыбки, не прошло и 5 часов, что осталось вот от огурца, фактически одна корочка. Они всю мякоть уже выгрызли. Ну, для них это растительный корм, очень полезен и нужен. Они любят и кабачок, но предпочтение, конечно, отдают больше огурцу. Листья салата, особенно это любят наши сомики анцитрусовые. Они... Вот растительный корм – это для них лакомство. Но
Также любят его и вот меченосцы. С удовольствием щипят огурчик, растительный корм получают. Их надо прикармливать. Вот уже лодочки с огурцов получились. А вот до утра сейчас полежат. Оставим до утра. Утром туда наползет много улиток, тоже полакомится. И останется только зеленая кожура. Вот это все, мякоть все это выйдет. Сомики, они в основном ночные. Поэтому они в темноте будут всю ночь грызть. Прошла ночь. Вот у нас уже сомики ушли. Зато пришли улитки полакомиться ночью. Вот сейчас будем доставать и выбирать лакомство.